Уважаемые преподаватели и сотрудники университета, коллеги, дорогие студенты и аспиранты, поздравляю вас с Днем Защитника Отечества. В этот праздник складывается особый смысл. В этот день мы чествуем людей, которым не безразлична судьба страны, людей, которые готовы стать на защиту своей семьи, своих коллег. В истории России есть эпизоды, когда наши деды, прадеды с оружием в руках защищали ценности, защищали свои семьи, свою родину. И в этот день мы именно им выражаем особую благодарность. Желаю всем нам мирного неба над головой. Желаю мужества и сил для того, чтобы исполнить свой долг перед семьей, перед страной. Крепкого вам здоровья! С праздником! С Днем Защитника Отечества!